Народ, привет! Хочу вот по поводу каска пару слов сказать. Позвонил я вот по этому номеру горячей линии. У меня застрахован это РАТ, Российское автомобильное товарищество. У меня Оптимум, вот он, это мое, вот, гарантия. Позвонил я по этому номеру, ну вот, который с обратной стороны. Ну, звонок по России бесплатный. И меня вежливо послали на куй. Что входит именно в мою страховку в каско, за которую я почти полтинник заплатил? Я что-то в салоне не смотрел, только сейчас уже начал, когда разбирать документы, начал читать и только вот увидел. Ну, сам лошара. Так, входит ремонт двигателя на новой машине, вы вникнете. Двигатель бензиновый или дизельный, механическая коробка передач, автоматическая коробка передач, редуктор заднего моста, редуктор переднего моста, ось, мост, радиатор системы охлаждения, радиатор кондиционера, радиатор КПП. Вот. Здесь есть вторая. Гарантийное обслуживание по программе «Гарантия РАД». Подслежат следующие узлы автомобиля. Ну, то есть, здесь получается три вида. Это первая «Оптима», вторая «Гарантия» и третья «Премиум». И ни в одной не сказано про кузов. Представляете? Ни в одной. Вот. Так что каска у меня отпадает. Вот, я могу ей подтереться, ну, в одном месте. Вот, редкостная Г. Но зато полтинник за него меня почти взяли. Вот такая вот каска. Чудо. Приценился я приблизительно по стоимости. Где-то ориентировочно, наверное, мне в полтинник это все войдется. Обойдется все полностью. Еще хочу съездить в Новгород Лада, ну, вот ради любопытства, сколько они мне скажут. Это я участника уже узнавал. Вот. Если мне там скажут, что в районе сотки, то, наверное, буду участников делать. Вот как-то так.